раскрылась любовная связь принцессы воров Мазур и сына Джигарханяна. Приемный сын Армена Джигарханяна от брака с Татьяной Власовой, 52-летний Степан, давно живет в Америке. Степан окончил факультет журналистики, некоторое время играл на сцене, был моделью, но свое призвание он нашел в карточных играх. Степан – профессиональный игрок в покер. И вот, когда он жил в России, то был влюблен в, кого бы вы думали, Элину Мазур. Свидетели их романа уверяют, что отношения были серьезные, и Степан даже сделал предложение Элины. С 89 года Мазур и Джигарханян не общались, но скандальный развод Армена Джигарханяна вновь свел вместе бывших влюбленных. Когда пасынок Армена Борисовича прилетел на один из многочисленных эфиров из Америки в Москву, в студии Первого канала Элина и Степан встретились спустя почти 30 лет. Сегодня я замужем. У Степана тоже есть девушка Кристин. Мы просто поплакали на плече друг у друга. Жизнь – это странная штука. Вы знаете, ведь когда мне было 18, я не знала, что он был сыном знаменитого актера. Он был просто классный, красивый парень. Рисковый и дерзкий. Честно призналась Мазур. Сейчас Степан и Элина постоянно общаются. Он даже приглашал свою бывшую возлюбленную посмотреть Америку. А в мужья тебе никак нельзя знобиться? Или расстрел на месте? Пожить бы, конечно, хотелось. Но черт, душу дьяволу продам за ночь с тобой. Показала Элина последние сообщения от Степана. Кстати, который пасынок Джигарханяна выкладывает в соцсети, игра в карты приносит ему неплохой доход. И в наследстве артиста, если будет что наследовать после многочисленных скандалов, он явно не нуждается. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!